Важный дисклеймер перед началом ролика. Из-за принципа работы Ютуба большая часть комментариев под прошлым роликом с конкурсом автоматически удалилась системой. Так как нам не удалось решить эту проблему, с этого момента мы будем проводить конкурсы в группе ВКонтакте. Мы заново проводим конкурс из прошлого ролика, но с выбором двух победителей. Ссылку на после участия вы можете найти в описании под этим видео. А теперь к теме ролика. Привет, смешарики! Вы на канале Шарарама и смотрите очередной видеообзор из рубрики, посвященной внутриигровым предметам. На этот раз мы расскажем вам о еще одной линейке из пяти спутников под названием Ням-с-Нямы, которая появилась в игре в 2017 году. Как мы уже рассказывали в прошлом эпизоде, линейка спутников — это ряд аксессуаров, объединенных одной тематикой. Как правило, спутники выходили в качестве подарков к картам или в качестве награды за различные квесты и события, и линейка Ням-с-Нямов не исключение. Первый Ням-с-Ням вышел в начале августа 2017 года. Им стала спутник по имени Черничка, мороженое в вафельном стаканчике с маленькими ручками и ножками. Прическа спутника сделана из шоколадной глазури. На голове у Чернички также расположилась вишенка с двумя вафельными трубочками. Первый раз спутника можно было получить бесплатно за сбор 50 банок со светлячками в событии «Зажги маяк», повторно набрав 180 баллов в игре «Царь горы» в 2019 году. Вторым спутником Ням-с-Нямом стал Пон-Пон. Спутник представляет собой круглый пончик с дыркой и розовой глазурью. Как и Черничка, он имеет маленькие ножки и ручки. Он вышел в середине августа 2017 года в качестве награды за прохождение квеста с юбилеем Шарарам. Позднее его можно было получить бесплатно, набрав 180 баллов в событии «Царь горы» в мае 2020 и июне 2021 годов. Третьим спутником стал Чоко-Локо, коричневая шоколадка с ножками и ручками, обернутая в красную фольгу. Из-за светлого оттенка коричневого можно предположить, что Чоко-Локо сделан из молочного шоколада. Спутник можно было получить бесплатно, собрав 120 лайков в событии «Танцуй со звездами» в середине августа 2018 года, а также спустя 2 года за 180 баллов в «Царе горы» в 2020 году. Предпоследним спутником коллекции стал Фэт Фрай – красная пачка жареной картошки в солнцезащитных очках. Ручки и ножки Фэт Фрая также сделаны из картошки фри. Аксессуар можно было получить тремя различными способами. Первый раз – за покупку карты на 12 месяцев в 2018 году. Второй раз – в качестве подарка к карте на 1 месяц в 2020 году. И третий раз – за достижение 180 баллов в игре «Царь горы» в 2021 году. Финальный Ням-с-Ням – желток Йелло, который давался за сбор всех четырех предыдущих спутников коллекции. Йелло представляет собой гордую яичницу, самодовольный желток, закутавшийся в плащ из белка. Повторно Йелло выдавался бесплатно всем игрокам в награду за пребывание в игре от 2 до 4 лет на момент сентября 2020 года. На этом история Ням-с-Нямов завершается. Не забывайте принимать участие в нашем конкурсе в группе ВКонтакте. Ссылка на посты для участия находится в описании под этим роликом. А на этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся.